6S плюс, системная плата, он 64 гига. Ну, сразу видно, деланное. Аккуратно запаянное. Печати, подписи, росписи, защитные экраны поднимались. Нанд тоже снимали, переделывали на 64, по-любому он видно, он поставленный. Но тем не менее выручают иногда продавцы системных плат с Китая. Я заказываю довольно часто, либо клиенты просят, либо казусы бывают и в нашей работе. Данная системка стоит на 64 гига. Там что-то около 90 или 100 евро. Что-то такое. Это у меня уже по счету, наверное, системная плата. Наверное, 15 уже. Бывает, заказываем. Итак, давайте ее поставим. Проверим, протестируем. И только после этого позвоним клиенту и скажем, что телефон готов. Тот самый iPhone, на который я заказывал системную плату. €165 я беру с клиента, и там где-то я когда заказываю кому-то системку, полтинник сверху получается мне, то есть системка стоит где-то 115-110. Вот, без отпечатка мы заказывали. Ну, он на iPod'е, не будем проверять снова. Оригинальный дисплейный модуль. Да, сюда явно лазили. Не знаю зачем. Но винты. Винты попутанные. Причем лазил человек, который
Понятия не имею, куда он полез. Судя по разборке и по сборке, здесь вообще нет винта. Одним словом, неграмотная была разборка этого телефона. Так, оставим на донора, если клиент, конечно, не захочет забрать. Как сияло от Wi-Fi антенны. Добавим недостающий винтик. В
Поставлю сразу рабочую сим-карту, чтобы все проверить. Активируем телефон. Так, ставлю. Ставлю заглушку. Теперь можно застегнуть батарею, ставим заглушку на разъем батареи. Так, и здесь у нас почему-то винта нету. На нижнем модуле сюда-то зачем полезли, непонятно. Ну, добавим, нам не жалко. Так. Все, вроде все на месте. Включаем аппарат. Уже активирован. Так, клиент русскоговорящий, поставим на русский язык. Гигабайта, все прошивки стоят, модель на месте. Камера работает, передняя.
La seva trucada pot ser gravada. Ну, в общем-то, все нормально, все работает. В общем, друзья, кому нужна ссылка на системные платы, могу оставить, хотя там сложного ничего нету. Я заказываю все системки на Али, можете сами залезть в поисковик. Вот. Единственное, на Али там порядка, ну сколько там, не знаю, ну продавцов 6 точно есть, я не знаю, может быть больше. Вот, я заказываю постоянно у одного, и вот эта системная плата как раз от того покупателя, которого я заказал. Вот, она довольно неплохая, как и все предыдущие. Кстати, вот с ним не было никогда никаких проблем. Если кому-то надо, я могу оставить ссылку, пишите в комментариях. Вот. Я у него заказывал системные платы не только на iPhone, но и на iPad 3, на Air 1 и все остальные, по-моему, были от iPhone. Вот. Так что, если кому-то надо, то могу оставить ссылку. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был простой ролик, замена системной платы. Вот. Очень часто у нас... Довольно часто у нас приходится менять системки по разным причинам. Поэтому, я думаю, вам тоже пригодится. Всем спасибо за внимание. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал. Жду комментарии. А я звоню клиенту, чтобы забрал телефон. На связи. Кстати, забыл сказать про кнопку Home. Я вначале сказал, по-моему, да, что заказывал без кнопки. Если кому-то нужно будет заказать с отпечатком, чтобы реагировал отпечаток, то это стоит на порядок дороже. Там, ну, в зависимости от модели. Тут 30 там до 150 евро, поэтому обратите внимание на эту опцию, на кнопку Home, как вы знаете. Если на шестесках можно пользоваться, то на семерках, на восьмерках, то она даже реагировать не будет. Поэтому на шестых и на шестесках, я считаю, можно заказать без кнопки Home. Если кому-то не принципиально и пользоваться отпечатком, то в принципе можно. А на семерках, на восьмерках там уже не вариант. Вот такие дела. Так, это у нас, это мы заказываем без хоума, добавить отпечаток. Как видите, сбой происходит, потому что данная кнопка Home у нас вот этой системной платы, iCloud, которую мы сделали донором. Вот такие дела. Ко мне пришли. Еще раз всем спасибо, на связи. Удачи.